Фредерик, мне начинают нравиться пятна. Сколько мы потеряем, если начнем новую коллекцию? Миллионы? Это допустимо? Мне нужно поговорить с Анитой. Алонзо, ты спросила Аниту, что она будет пить? У вас свежие модели чистых линий, непретенциозные. Они продаются. Когда-нибудь мои конкуренты узнают, кто вы, и попытаются переманить вас. Не так ли? Надо же! Ради таких мгновений и стоит жить. Не пойдешь? Странно такое слышать от серийного убийцы в бегах, Эрнест. О, не надо, без объятий. Извини, пожалуйста. Пошли!